В нашей пресс-конференции принимает участие главный тренер, собравший сегодня команду. Валерий Константинович Белоусов. Валерий Геннадьевич Белоусов. Ну, во-первых, поздравляю казанцев с победой. Значит, в общем-то, ребята предупреждали, что ударения, конечно, они там бывают, но нападающие в чужой зоне удаляться, это, в общем-то, нельзя плывать. И из трех ударений мы пропустили на две шайбы. Все. Благодарю за поздравления. Но я здесь согласен, что мы вовремя забили. В общем-то, такая игра была. Не знаю, была бы она догола. Вот. И какая бы была бы, ну, что было бы, если бы забил первый трактор забил. Вот. Но во всяком случае вовремя забили. Вот. И зацепились за отчеты в конце там, второго периода. Вот эта важная шайба, она, наверное, определяющая была. Вот. Ну, конечно, когда в большинстве забиваешь, час плов, таких возможностей не очень много. Вот, это становится определяющим. И все. Пожалуйста. Валерий Константинович, по игре Костицына. Пожалуйста, Костицына. Айрат Шамилов, ПМВ, по игре Костицына. Накануне он удалился, Акбар забросил. Сегодня фактически. Я вам еще раз сказал, что нападающий не имеет права удаляться в чужой зоне. Не имеет права. Поэтому говорили ребятам, предупреждали. И удаление-то, господи, если там было какие-то, один зацепил, другой задержал. Поэтому и проиграли. В частности, по игре форма. По Костицам. Именно в частности по Костицам. Ну, понимаете, у Костицына, ну, как бы сказать, он в НХЛ много играл. И там же совсем другая игра, и он, в общем-то, к нашей игре очень долго привыкал. Потому что идет заброс шайбы, идет работа туда. А если ты забрасываешь туда шайбу, ты должен первый к ней идти. А так просто ее забрасывать, это не дело. Еще, пожалуйста, вопрос. Спасибо.